На базе государственного учреждения соцобслуживания Хостинского района организованы прием и выдача благотворительной помощи. Цель акции – оказание безвозмездной помощи пожилым инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Любой желающий может принести мужские, женские, детские вещи, обувь, игрушки, предметы быта, в том числе бывшие в употреблении, в пункты приема вещей. Они расположены по адресам: улица Мацестинская, 17, улица 50 лет СССР, 14 и Грибоедова, 18. Все вещи направляются на химическую обработку, и только после этого их передадут нуждающимся. Пункты приема вещей работают с 9 до 18 часов, с понедельника по четверг, в пятницу до 17 часов. Узнать дополнительную информацию можно по указанным телефонам.